Твой комментарий по игре. По сути, сегодня первый период решил исход матча. Ну, да, нельзя так начинать первый период, чтобы мы 1-3 уступали. Это нужно потом доставать из себя еще плюс. Конец выезда, у ребят очень мало сил. Вот. Ну, пропустили первый, там потом получилось сравнять, но два быстрых гола, так нельзя заканчивать первый период. А, ты говоришь, да, то, что мало сил, ну, у тебя, наверное, наоборот, сил много, то, что не играл, но все равно заметно, да, то, что команда под конец выезда уже подустала. Ну, конечно, это чувствуется, но так, если по себе сказать, да, как бы у меня силы есть, но все равно, как, так как давно не играл, тяжело было где-то первую половину матча, ну, прям достаточно тяжело было все. Согласен, что как-то не удавалось, наверное, заставлять соперника на себя фалить, было мало сегодня большинства. Ну, согласен, да, мы вроде лезли, вроде давили, вроде как бы были, ну, моменты похожи, скажем так, на удаление, но как бы судьи решали так ситуацию, что мы тут как бы... Вернуться после травмы, сразу забить, наверное, очень прибавит уверенности тебе дальше, да? Конечно, это очень приятно и очень для уверенности, да, это... Ну, просто говоря, это очень хорошо. Спасибо пацанам, как бы команде поддержали очень классно, спасибо. Ты начал матч с одними партнерами, потом перестановки были, как-то это повлияло? Ну, мы уступаем 1-3, и главный тренер считает, что нужно что-то менять, и потому что проигрываем. Вот, я думаю, поэтому так и произошло. Не потому что что-то кто-то плохо играет, а просто может взбодрить команду.